там более подробно. Отсюда заседание избирательной комиссии Московской области в Доме правительства прошло торжественное событие. Подмосковный избирком отметил свое 20-летие. На праздник приехали официальные лица области и федерации и получили награды членам территориальных и участковых избирательных комиссий. Участвовали и Даша Бунчук. То, что говорит губернатор, что Московская область должна быть регионом-лидером во всех отношениях, мы можем сейчас в год свой 20-летие доложить. Андрей Юрьевич, ваше задание выполнено. Избирательная комиссия Московской области является регионом-лидером в своей отрасли, в отрасли избирательного права и правоприменительной деятельности. Я тоже, избираясь первый раз в 97 году, столкнулся с избирательной комиссией, когда в последние дни подавал документы на регистрацию депутата Московской областной думы. Все то, что наблюдалось на протяжении этих 18 лет лично мною, говорит о том, что всегда люди, которые участвовали в этом процессе, они были, болели душой за то, что они делают, были патриотами. Избирательная комиссия Московской области постоянно держит руку на пульсе избирательных кампаний, которые проходят в любом районе, в том числе и в Пушкинском муниципальном районе, и постоянно и корректирует там, где нужно, и оказывает помощь, и подсказывает. Поэтому взаимодействие очень тесно и взаимодействие очень плодотворное. У нас есть 10 опорных избирательных комиссий, на которые мы опираемся в своей работе. Вот Пушкинская одна из них. Значимость Пушкинского района возрастает в связи с присутствием там филиала библиотеки имени Ельцина. На базе этой библиотеки вместе с территориальной комиссией мы проводим целый ряд прекрасных мероприятий. И обучающие семинары, и межрегиональные семинары с участием председателей иных субъектов избирательной комиссии. Мы помогаем им издавать раритетные издания.
333, город Рыбкаренко. Я искренне благодарен вам за ту готовность, оперативность и профессионализм, который вы проявляете. Вижу это, как я говорю, и на пути подготовки, и особенно в дни испытаний тяжелых, когда идет голосование. Неохотно, неактивно, да, то есть приходится в шаговом режиме. Сотрудники администрации обходят их, разносят им квитанции. Но, к сожалению, все равно охват не получается полностью, потому что люди, некоторые пытаются от этого уйти, некоторые постоянно здесь не проживают, говорят. Ну, в общем-то, есть в этом деле проблемы. В одном месте поставим, не нравится близлежащим жителям, в другом месте представляем, не нравится другим, то есть она у нас так кочует по территории. Вот, с предложением администрации вышло поставить, закупить бачки и поставить около каждого дома, чтобы регулярно там по определенным дням приезжали, забирали. Тоже не нравится. Проблема единственная в том, что у нас идет Моставтодоровская дорога по центру поселка. Ну вот они один раз не очень, я бы сказал, хорошо окосили ее трактором. Остались куветы неокошенные. Как бы к нашим просьбам окосить их вручную и прокосить второй раз куветы, вернее обочины, они пока, к сожалению, не прислушиваются. Когда вот начинаются весенние субботники, и администрация вплотную приступает к чистке и уборке и покраске поселка, то здесь активное участие через советы домов принимают жители. То есть они приходят, получают у нас материалы, краску и сами наводят порядок на своих территориях вокруг своих домов. Неизменными осталась расплата и взнос на капитальный ремонт. Так что с 1 числа увеличены тарифы и для ресурсоснабжающих организаций. Тарифы для ресурсоснабжающих организаций увеличивались в пределах индекса роста платы
граждан за коммунальные услуги, которые установлены Федеральной службой по тарифам. И в зависимости от тех ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают население на той или иной территории Пушкинского муниципального района, и установлены предельные индексы. В данном случае по основным нашим поселениям это Ашукино, Зеленоградское, Пушкино, Черкизово, Ельдигино, Тарасовка и Царевское. Предельный индекс установлен роста платы граждан за коммунальные услуги 9,5%. По поселению Софрино 11% роста. По Лесному 12,8% и Правде. Но это связано увеличение, почему не 9,5%, а несколько выше, потому что предприятие, которая расположена в Правде энергии, и МУП «Лесной» разработали инвестиционную программу по реконструкции своих объектов теплоснабжения и водоснабжения. Что касается увеличения электроэнергии для населения, то с 1 июля 2015 года рост составит 8,6%, и для городского населения составит 4 рубля 54 копейки за 1 киловатт-час. Цена на газ увеличится на 7,5%, то есть газ увеличится на 7,5% и составит 5,8 рублей за 1 кубометр газа. Управляющие компании могут оптимизировать свои силы, чтобы закончить борьбу с теми, кто привык оставлять мусор в неположенных местах. Очень сложно доказать, кто это вынес. Мы пытались много раз. Одно время было очень много коробок выносили, вот как будто магазины выносят. Мы пытались найти чеки, какой магазин, выписать предписание, вот копались в этих мусорных баках. А кто с квартир выносит, очень сложно доказать. Потому что знаем, например, такая-то квартира ремонтируется. Выходим комиссионно, нам никто не открывает дверь. Потому что ремонтируют бригады строителей, и невозможно даже ни с кем поговорить. Оплата населения, она не покрывает весь объем образуемого мусора. Поэтому бюджет тоже приходится тратить на вывоз неучтенного мусора. И достаточно это серьезные средства. В прошлом году из бюджета сельского поселения Тараска на эти цели было выделено около 7 миллионов рублей. Вот такого не было уже давно. Технику, отходы бытовые, все, в общем, перевал полный, то есть как бы. Ну, строительные материалы, ну, то, что нельзя, все таскал с дивана, кровати, в общем. Ну, надеюсь, теперь как его пустого убрали, и больше не будет такого. Мусоровывозящая организация приобрела для каждого собственника одинаковые контейнеры 120-литровые, вот эти пластмассовые на двух колесах, под расписку. Мне удобно. То есть мы вот собрали мусор в нужное время. Мешок я вытаскиваю, положу туда, и его вывозят. Это заниженная, конечно, плата. Вот, но мы тоже не можем, мы должны посмотреть. Перевозчик будет смотреть экономику, будет смотреть свой бюджет. И дальше, вот когда Ярославское шоссе все-таки от нас уйдет, мы намерены эту работу уже продолжать и в Тарасово. Это все, что мы бы хотели рассказать вам сегодня. Я не знаю, пойдем с вами прощаться. Я желаю вам всего доброго. До свидания.